Белорусская цементная компания продала через биржу цемента почти на 1 000 000 рублей. Таковы итоги первого дня торгов. Всего совершено 9 сделок и реализовано почти 6 тонн материала. Напомню, до конца года закупки цемента на внутреннем рынке планируется полностью перевести на площадку БУТБ. Цель – обеспечение более гибкого и объективного механизма ценообразования, который учитывает сезонные колебания спроса и другие факторы. Переходный период продлится до сентября.